вот я Польша первая приняла на себя удар от Гитлера. Он напал на нее. И 6 уже октября была подписана капитуляция Польши. Что оставалось сделать польским жителям? Понятно, что а вот солдаты не смирились с такой участью, и они решили воевать вместе с антигитлерской коалицией, сначала вместе с ними, но цель была одна – освободить Польшу. И вот кто-то оказался в Великобритании и присоединился к королевским военно-воздушным силам. Они шли через Румынию, потом во Францию, но когда Франция была захвачена нацистами, тогда они оказались уже в Великобритании. И надо отметить, что правительство Польши, которое было в изгнании, оно тоже находилось в Великобритании. Было ли просто польским летчикам, о которых идет речь в этом фильме? Кстати, фильм снят по экранизации очень популярного знаменитого романа Аркадия Фидлера «В Польше». И это действительно подлинная история. И было не просто польским летчикам. Сначала их вообще не воспринимали всерьез англичане. Может быть, сказывался их снобизм английский. Они не верили и в их профессионализм, личностных качества. Трудно было еще польским летчикам, потому что они не знали английского языка, и был барьер. Но когда предоставился случай проявить себя в бою, то тогда уже все стало на свои места.